Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео покажу вам две новых юбилейных монеты Украины, выполненных из серебра и золота. Партнер выпуска Виолити. На этом аукционе можно посмотреть цены на эти монеты. Также можно приобрести монеты, которые вы хотите себе взять в коллекцию или инвестировать в них средства. Эти монетки я записал на встрече коллекционеров в Харькове. Спасибо большое Алексею за возможность записать и серебряную, и золотую монету. Сейчас, как вы видите, у меня в руках находится монета из серебра. Двухунцовая, довольно тяжелая, очень красивая, реализована. 62,2 грамма весит эта монета. Тираж у нее 4000 штук, номинал 20 гривен. В моей коллекции еще двухунцовых монет не было. Вот можем посмотреть, какой гурт. Полностью гладкий гурт. И обратная сторона с описанием, чему посвящена данная монета. Сейчас я сделаю вставочку с сайта. Замечательный классный футляр бархатный и сертификат, который всегда прилагается к монетам серебряным и золотым. Давайте я сейчас вам его покажу, как он выглядит. Сертификаты тоже некоторые ценятся, особенно с красивыми номерами. Это там все семерки или все единицы. Ну, давайте перейдем к золотой монете. Тоже она в бархатном красивом футляре с сертификатом. Честно скажу, золотых монет у меня в коллекции вообще нет. И как не юбилейных украинских, так и просто цариз монет хотелось бы в будущем иметь. И тут мне было просто безумно прикольно держать такую красивую монету из золота. Сейчас делаю вставочку, покажу с сайта НБУ, где она находится. Вот, смотрите, какая цена и более детальные подробности о монете. Угу. Мы видим тоже гладкий гурт у данной монеты. Ну, не думаю, что ее стоит вообще доставать из футляра. Кстати, я видел на аукционах некоторые золотые монеты, которые доставались из футляров. Я не знаю, зачем это делалось, при том, что стоимость такой монеты довольно серьезная. Очень красивая. Номинал у нее 100 гривен. На аверсе монеты размещены вверху полукругом надпись «От крещения до Томаса». Тысячелетний путь украинской церкви. Внизу малогосударственный герб Украины. В центре на зеркальном фоне мы видим купола Софийского собора в Киеве. На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен патриарх Варфоломей, который подписывает Томас. И размещены надписи «Благословляем и провозглашаем православную церковь Украины автокефальной». Вот так вот выглядит сертификат с информацией про монету, ее тиражом и соответствующим номером 360. Кстати, если хотите эту монетку, контакты Алексея будут в комментариях закреплены. Спасибо всем, кто посмотрел. Это вот были такие новинки. Еще будет монета из Незибера. Я ее обязательно покажу, так как я ее успел заказать. Тираж у нее довольно большой. И она у меня будет уже дома. Я более детально сниму обзор в будущем. Ставьте лайк, если понравилось видео. Всем пока.